выбрать не так уж и сложно. Ион Чебан собирается стать примаром. Второй кандидат – политиком. Ион Чебан готовился 5 лет руководить городом. Второй кандидат вспомнил про город перед выборами. Ион Чебан обучался государственному управлению и создавал команду профессионалов. У второго кандидата одни лишь слова. Ион Чебан покинул парламент ради города. Второй кандидат использует город, чтобы добраться до парламента. Ион Чебан имеет четкий план развития города, а у второго кандидата только личные разборки с бывшими деловыми партнерами. Довольно цирка и представлений в примарии за наши деньги. Пусть будет работоспособный примар. Выбрать не так уж и сложно. Выбираешь скандалы, политиканство и разборки олигархии? Голосуй за второго кандидата. Выбираешь компетентность, красивый и здоровый город и безупречно работающую примарию? 3 июня голосуй за кандидата Ион Чебан.